Федеральная служба войск Национальной гвардии России создавалась для того, чтобы сосредоточить усилия на наиболее важных направлениях, связанных как с безопасностью государства, так и с личной безопасностью граждан. В ее состав вошли подразделения внутренних войск и сил специального назначения, структуры вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Уже к своему второму профессиональному празднику служба стала одной из наиболее боеспособных силовых структур страны. Без малого 2 года существует наше ведомство. За 2 года мы показали достойные результаты и заняли достойную нишу среди силовых структур. Все силовые ведомства Одинцовского муниципального района направлены на обеспечение безопасности граждан, проживающих в нашем районе. Мы обеспечиваем безопасность не только граждан нашего района, но также и 3 муниципальных образований. Это город Краснознаменск, город Власиха и город Звенигорода. Граждане этих муниципальных образований неразрывно связаны с Одинцовским районом, так как они и проживают на территории района, и имеют рабочие места. Поздравляя личный состав с профессиональным праздником, Алексей Черниловский напоминает сотрудникам о том, в какой непростой момент несут они свою службу. Сложная оперативная обстановка и наличие серьезных внутренних и внешних угроз государственной стабильности предъявляют повышенные требования к каждому гвардейцу. Тем не менее, в день войск Национальной гвардии находится время и для поздравлений. От всей души вас поздравляю. Желаю вам, во-первых, здоровья, успехов в работе. Я надеюсь, в будущем вы с честью пронесете звание сотрудника войск Национальной гвардии. Хотелось отметить наших ветеранов, которые сейчас несут службу в подразделении. У нас их немало. Все они заслуженные. Честь им и хвала. Придя домой, попросил бы вас поздравить семьи ваши, потому что семьи – это тыл. Пожелать вашим семьям благополучия. Руководство Федеральной службы отмечает, что на современном этапе личный состав войск Национальной гвардии с честью выполняет свой воинский и служебный долг, демонстрируя при этом высокий уровень профессионализма и отличную выучку. Гвардейцы сегодня готовы справиться с любыми, самыми сложными задачами, в том числе боевыми. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».